Рев гитары, стук барабанов на главной сцене Айхала. В поселке прошел рок-фестиваль «Живаго». На мероприятии собрались рокеры из Мирного, Айхала и Удачного. Музыканты покорили зрителей живым исполнением и энергичной музыкой. На концерте побывала Нария Сивцева. В Айхале рок-фестиваль проводится в третий раз. Сегодня на сцене будут выступать 7 коллективов. 3 местные группы, 2 группы с Удачного и 3 группы с Мирного. Фестиваль «Живаго» открыли гости с Удачного, ветераны рока, группа «Инструменталика». Музыканты на сцене больше 15 лет. Тексты пишет лидер группы Владимир Мясников, а его товарищи сочиняют музыку. Он же бессменный организатор фестиваля. Владимир признается, что рок для него не просто увлечение. Положительные эмоции – это самое главное. То есть и положительные эмоции у зрительного зала, то есть присутствует тоже контингент, в основном молодежь. И что они верещат, кричат, мотают головой. Это очень приятно. То есть это положительные эмоции. То есть нет отрицательного момента в этом, и это здорово. Особенную атмосферу фестиваля создавали и ветераны рока из Мирного. Все музыканты – обычные шахтеры рудника «Интернациональный». Отсюда и название группы «Интер». Состав участников – это в основном все мужики-работяги, так сказать. Так вот, посчастливилось нам приехать сюда, показать свое творчество, так скажем, вот, поделиться своим опытом, посмотреть на других, себя как бы показать. И мы очень довольны, что мы сюда попали. Рокеры сменяли друг друга, передавая микрофон как эстафетную палочку. Бесспорным лидером музыкального марафона стала местная группа «Клиническая смерть». Несмотря на название, ребята покорили зрителей живым исполнением и энергичной музыкой. Рев гитары, стук барабана, яркий свет и потрясающий звук. Рок-концерт продолжался до позднего вечера. Для многих это стало возможностью выступить перед большой аудиторией. Впереди у музыкантов юбилейный фестиваль, который пройдет летом в алмазной столице. Нария Сивцева, Денис Хазов, телеканал «Алмазный».